7 февраля по 2 апреля 2022 года Фонд искусства наций в рамках проекта «Графики народов Севера» проводит конкурс для художников-графиков Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Осуществление проекта ведется при поддержке Фонда президентских грантов. Направленность конкурса идет на сохранение, актуализацию и сохранение тиражной графики среди художников. Прием заявок участников осуществляется с 7 февраля 2022 года по 3 апреля 2022 года. В ходе конкурса будут отобраны различные работы художников для экспонирования в государственных музеях 5 городов России – в Смоленске, Москве, Нижнем Тагиле, Томске, Южно-Сахалинске. Также 10 призеров будут приглашены в Москву для обучения на мастер-классах. Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта.